Сука! Rest in peace, Федук. Rest in peace. Откуда ты тут взялась? I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a ballast. Kilo with a coca boy named a Holly Ballast. What's up, motherfuckers, с вами Джонни Хауэр, и сегодня у нас Федук «Хлопья летят наверх». Я песню эту не слышал, возможно, и вы ее не слышали, просто я не особо слежу за Федуком. Возможно, эта песня у него уже была, и тут он решил снять на нее клип. Не знаю, ребят, слышать я буду ее первый раз, так же, как и смотреть этот клип, ребятки. Он сейчас в трендах, на данный момент он второй на вкладке в тренде, когда я смотрю это видео. Посмотрим, заценим, что Федук нам приготовил. Ребят, кто за мной давно следит, может подумать, что я прыгну на хайп-поезд какой-то, снимаю, вот сейчас вторая уже реакция будет с русским исполнителем. Нет, ребятки. Просто эти реакции быстрее записываются, поскольку я ничего не перевожу, ничего не объясняю, да, как бы. Реакции на иностранных ребят, конечно, у меня намного больше времени занимают. Просто на данный момент, когда вы смотрите это видео, я уже либо на концерте 6ix9ine, либо в Питере. Короче, все вот так вот у меня сейчас каламбур... Каламбур? Есть такое слово? Yeah, класс. Нет, я знаю, что есть такое слово, просто каламбур типа не очень звучит. Старое какое-то... Фак. Короче, да, ребят, я думаю, вы поняли, поэтому сегодня мы смотрим тоже русский клипец. Федук, «Хлопья летят наверх». Let's get it. Ладно, последний раз. Хорошо, давай. Давай, последний раз. Федук сидит с цацкой, окей. Мне нравится его стиль, вот эта шапочка такая, у него есть собственный стилек, окей, окей. Он немножко был похож на Дрейка в своих спортивных костюмах, но вот этот стиль мне нравится. Блянь, жестко. Окей. Откуда ты тут? Окей, я прежде чем смотреть, хочу сказать, что мне нравится вот такой вот live footage, raw footage клипчики. Почему нет? Очень интересно, очень необычно, окей. Ну, типа то, что они снимают так вот с друзьями, что-то там какие-то разговоры. Прикольно. Классные шорты, бывшие джинсы. Окей, never mind, походу тут будут шикарные вставочки. Шикарного футажа, плюс как он сидит вот с друзьями, да, наверное, окей. Левайс, простой макияж, пахнешь как первый ландыш, тебя не буду срывать. Шикарные слова. Пахнешь как первый ландыш, тебя не буду срывать. Ты мой первый ландыш, ребятки. Можете так девчонкам подходить и говорить. Ты как первый ландыш, я тебя не буду срывать, детка. Эй. Окей. Подумал о тебе, пошел снег. Холода нас греет ближе к семье. Новый текст стану не о тебе. Хлопья летят наверх. Очень-очень красиво выглядит девчоночка. Стиль. Хорошая. Окей, окей, Федучок. I see you, my boy. Всюду магия и свет. Пойдем на парад планет. Дам тебе теплый шар. Yeah. В космосе холода. И мы встречаем рассвет, укутавшись в облака. Класс, молодец. Ребят, я вам скажу, Федук молодец. Очень хорошая композиция. Cool composition. Очень крутая композиция, ребятки. Секси, секси. Федук молодец. Неплохо, неплохо. Он такой разносторонний, мне нравится вот это в нем. И, наконец-то, песня. Просто сейчас многие сели на этот поезд, который, типа, я включаю такой танцевальный биток. Ну, вот, типа, розового вина. Мне такое не нравится. Вот эта композиция класс, окей. Вот тут одна привет. Пойдем на парад планет. Эй, йо. Дам тебе теплый шар. Йо. В космосе холода. Йо. Мы встречаем рассвет. Йо. Все, Жень, hold on. Вставшись в облака. Сука. Хочу...
Йоу, как они это сняли? Как они это сняли? Оу, вот за это респект. Очень качественный клип. Респект. Федучок, иди сюда, мой бой. Это вообще, это может быть каскадер? Возможно, это каскадер, ребят. Но очень похож. Ну, как бы Федук такой с короткой сырышкой, то есть его несложно поделать. Ну, так в профиле очень даже похож на Федука. Ребят, ну, это не может быть каскадер. Это прям жесткое столкновение, чтобы он так отпрыгнул. Вот здесь вот, видите, у него на спинке, возможно, здесь убрали лямки. Потому что здесь, видите, в натяжку как бы. Ну, а здесь уж у Феду крутится, это не так сложно. Но, блин, очень эффектно, очень эффектно. У меня даже мурашечки немножко пробежали. Alright. Все, смотрим дальше. Отвлеклись мы немножко. Хочу целовать тебя снова и снова, эти уютные. О, ну это очень уже высоко. Я сначала подумал, он без шапки, думаю, нашел этот, как его? Как это называется? Ляп, киноляп, клипа-ляп у нас в данном случае, да? Вот это тоже прикольно, что типа... Кто продюсирует это видео? А, вот бэкстейдж со съемок есть, возможно, там покажут, как это сделали. Короче, даже вот эти наушники, которые падают, да, и вот этот вот звук, что типа из них идет, блядь, это такая мелочь, но типа прикольно, ребята думали, когда делали этот клип, я за это ставлю лайк, ребят. Окей. Вот, ребят, извините, что я отвлекаю, наверное, я так, ну, знаете, вам сбиваю вайб, когда делаю паузы, но вот он даже падает сейчас с моушеном, я не знаю, это, конечно, не все понимают, наверное, но, короче, вот он даже падает, и у него внешность, как бы, знаете, ну, то есть он падал со скоростью, чтобы вот у него так дернулось, как будто он по-настоящему упал, у него так лицо сейчас уходит, то есть он это со скоростью делал, я уверен. Вот, видите, блядь, круто, молодец. Rest in peace, Федук. Rest in peace. Ой, сколько сразу народу пришло. Все восстанавливается. Запомните, кто прихуярил Федука, ребят. М659 хам 150. Окей. Таксист, блядь. Магия и свет. Я не знаю, почему я сказал, что он таксист, блять, может он не таксист. Все, ладно. Тут одна привет. Пойдем на парад по небу. Холода. Йо. Мы встречаем рассвет. Йо. Удавшись в облака. Я. Красиво, красиво. Короче, что, мораль всей басни такова, нужно иметь хорошую девчонку? Или чего? Ну, типа, это плохая девочка, которая не дает деньги даже бедным людям, да? А вот девочка хорошая его взяла и спасла от тачки. Причем вот они проходят, их должны были сбить, нет? Ну, ладно. Тайминг. Еее, вот это тоже круто. Откуда ты тут взялась? Классно. Вау, окей. Там будет что-нибудь? Нет, все, ничего не будет. Ребятки, Фиду хлопли летят наверх. Мне очень понравилось. Федучок, красавчик, молодец. Очень интересный клип. Бэкстейдж. Давайте быстренько чекнем. Оу, щит. Стоп, по ощущениям, спиной. Да, смотрите. Это левый чувак, короче. Бля, это страшно. Видите, как я и сказал, лебедка сзади у него была. Так, по ощущениям. Но его еще подтянули, видите, чтобы он больше отскочил. Ну, стекло он сорвал сам, окей. А как вам ощущения человека заливать?
Удовольствие. Окей, ребят, посмотрите Федук Backstage. Это такой прямо влог даже больше, чем Backstage. За руль авто надо было сажать LJ-а. Прикольно, окей. Хороший клип, хороший цветокор и т.д. Короче, мне понравилось, как всегда. Люблю тебя, киса. Короче говоря, смысл клипа. Ну-ка, давайте посмотрим. Блондинка в красном — это не случайная связь на стороне, а девушка главного героя. Все бы было ничего, но у пары разные ценности. Это показано на примере истории с бомжом. Он подкидывает ему деньги, это мы поняли уже. Он идет к ней навстречу и погибает. У пары нет будущего. Потом ударяет молния, и время отматывается назад. Тут нам показывают эмоциональную встречу с другой девушкой, с которой у них реальная близость и гармония. Было бы прикольно, если бы они показали, как эта девочка тоже дает какому-нибудь бомжу деньги. Он не попадает под авто, а блондинка проходит мимо, так как в этой реальности они не знакомы. Выбери ты что-то родное до боли, но мы не знакомы. После смерти показали либо историю, как могло было быть. Выбери он когда-то родное до боли вместо красивой девушки, с которой ничего общего. Либо некая сила в виде удара молнии отмотает время назад и дает возможность ему сделать второй выбор. Happy end. Ну, красивая девушка вместо красивой девушки, извините меня, вторая девушка тоже была ничего. Окей, ребятки, на этом все. Федук, мне понравилось. Если вам понравилась моя реакция, будьте любезны, поставьте палец вверх, ребят. Всех, кого видите вот сейчас здесь, всем отдельный респект. А так, ребятки, вам тоже большущий респект за то, что вы меня смотрите. Если вы хотите попасть в шутаут ко мне в конце видео, оставляйте свои комментарии. Возможно, именно motherfucking твой будет у меня в следующем видео. Ребятки, у нас все. Мобойс, как насчет 1000 лайков, чтобы моя мама посмотрела Федучка? Я думаю, шикарный клип ей зайдет. Давайте 1000 лайков, и моя мамуля смотрит этот видосик. Окей? Окей. С вами был Джон Хэрри, подписывайтесь на мой инстаграмчик, слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте. Мобойс!